Всем привет! На канале снова с вами Лина. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную квашеную капусту. Я вам покажу рецепт. Много лет я готовлю по такому рецепту. Получается очень вкусная капуста. Рецепт моей бабушки. Самое главное, о главном вам скажу. Капусту. Запомните, нужно квасить в солнечный день, ни в коем случае не квасить в пасмурный или еще хуже в дождливую погоду, только чтобы было солнышко. Иначе у вас капуста получится невкусная и, можно сказать, сопливая. Я уже нарезала капусту. Как резать капусту, вы знаете. У кого есть шинковка, нашинкуйте капусту. Я порезала руками. Как всегда, рецепт под видео. Сейчас я просто в кастрюле натираю вот на такой терочке морковь. Натираем морковь прямо на капусту. Ничего страшного. Натерли морковь. Добавляем соль. И все хорошо перемешиваем. Перемешиваем и перетираем. Я хорошо ее помяла ручками, чтобы она пустила сок. Видите, она уменьшилась в объеме. Оставлю на 5 минут, потом еще раз пожму и добавлю перец и лавровый лист. Добавляем перец горошком, 10-15 штучек. И 2 лаврового листа. И хорошо все перемешиваем. Хорошо мешаем капусту. Я буду квасить в кастрюле. Кто хочет квасить в банке, значит, разложите по банкам и квасьте в банках. Это удобно в кастрюле. Хорошо утрамбовываю. Хорошо утрамбовали. Берем марлечку и застилаем вот так вот. Застилаем марлечкой, чтобы у нас ничего туда не попадало, чтобы капуста дышала. Берем тарелочку по объему. Кастрюля у меня вот подходит вот такая. Как вы видите, вот по бокам немножко есть. Она, если будет бродить, не надо ее, как вот если вы положите в банку, надо будет ее каждый день или ножиком, или шпачкой протыкивать, чтобы выходил газ. Но здесь я буду открывать каждый день, промывать марлечку и смотреть. Вот, не переживайте, что там вроде бы как и сока нет, да, появится. Завтра будет все, и сок, и брожение. И сверху кладем груз. Я сверху поставила груз, у меня масло. У вас можете камень, кирпич, что угодно, любой груз. У меня масло, я ставлю сверху. Ставите кастрюльку в теплая комнатная температура. Посматривайте каждые 2 дня, день, ну, как кого получается. Я буду смотреть, наверное, каждые 2 дня. 4-7 дней капуста готова. Будете смотреть по своему вкусу. Кому-то больше кислее нравится, кому-то такая вот не сильно кислая. Вот, и что я делаю потом? Капуста, когда готова, разложите в баночки и в прохладное место. Капуста получается шикарная, хрустящая, вкусная. Ну что, ребята, если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь. При подписке не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. Вам не сложно, а мне приятно. Всем доброго дня, пока-пока, до новых видео.